еще и фотографии. Интересно, что это за девушки с хаулом на снимках? И я почти ничего не знаю о нем. Хотела бы я увидеть, как прошла юность Хаула. Это будет твое первое желание. До свидания, мадемуазель Салливан. Пока-пока. Не забудь о домашнем задании. Я проверю. Ты по объявлению? По объявлению? Ну, если бы ты была смекалой, то я еще могла бы предположить, что ты молодая ведьма, которая хочет у меня учиться. Ну, ты со шваброй. Скажи, ты когда-нибудь видела ведьму со шваброй? Нет. Вот и я не видела. Следовательно, ты пришла по объявлению. Требуется домработница. В общем, я... Не мямли. Швабру можешь пока оставить здесь. Никто ее не уронет. Я иду на рынок за продуктами. Будешь нести корзину. Это же молодая мадам Салливан! Салливан нет? Ладно, подождем. Девушка, уж не к чародейке ли Салливан ты несешь эту корзинку? Да, это ее продукты. Отлично. Тогда тебя не затруднит передать ей это чудесное яблоко. А что сказать? От кого это? Эй, вы где? Ну что ты застыла посреди улицы? Вам здесь кое-что передали. Что это? Фу, как примитивно, Лилия. Отравленное яблоко. И ты думала, я не догадаюсь? Ну надо же было попробовать. Никогда не знаешь, где повезет. Это же молодая ведьма пустоши. А это у тебя что за корзинка? Тоже? Размечталась, это Хаул. Хаул? Именно. Что, никак не успокоишься? В прошлый раз, помнится, ты налила ему в компот приворотное зелье. Оно отлично нейтрализовало корень мандрагоры, который ты подложила им в горшки. Корень мандрагоры способствует повышению магического потенциала. Ага, и не только магического. Оставь парня. Лучше ты от него отвяжись. Он мой ученик. Я тоже в свое время была твоей ученицей, но пирожками с мандрагорой ты меня не кормила. Будь проклят тот день, когда я решила обучить тебя. Что у тебя в корзинке? Убери руки, Салливан. Это яблочный пирог. Из отравленных яблок. Ничего подобного. Отравила я только твое яблоко. Все, уйди с дороги. Я отнесу его Хаулу. Можешь оставить свой пирог мне. Я купила на базаре свежего творога, молока и яиц. И как раз собираюсь отнести их Хаулу. Нет, давай наоборот. Лучше я отнесу твою корзину. Нет, давай сюда свой пирог. Стоп, брейк. Я отнесу Хаулу обе корзинки. Ну что ж, так, пожалуй, будет лучше всего. Ладно, пусть она отнесет его. На, только не вздумай пробовать. Я так и знала, что ты что-то туда положила. Я ничего не буду пробовать. Только отнесу. Снятина, мне хорошо, и немного хочется спать. Скоро я научусь творить обратное заклинание и смогу соединить нас обратно. Да, конечно. Я почти физически ощущаю пустоту внутри с тех пор, как мы распались, а ты? Как скажешь. Ты меня вообще не слушаешь? Да, конечно. Иногда ты меня так раздражаешь. Это что, получается, я сам себя раздражаю? Неудивительно. Тебя хватало и в одном экземпляре. Когда вас двое, так это вообще умом тронуться можно. У вас не закрыто. Ну так закрой. Только с другой стороны. Я смотрю, шутки у тебя все те же. А что это у тебя там в корзине, девочка? А, это передали Лили и мадам Салливан. Она мадемуазель. Да не важно. Вам посылка. Только я вам ее не отдам. Почему? Там все отравлено. Опять? Кальцифер ешь. Ням-ням-ням. Какая хорошая девочка. Откуда ты меня знаешь?
я все о вас знаю. Что произошло, Хаул? Почему тебя два одновременно? Неудачный эксперимент. Твой неудачный эксперимент. Что? Начинается. Мальчики, не ссорьтесь. Что за эксперимент? Я хотел отделить свою темную сущность от светлой, и у меня получилось. Только вот назад никак. Зато, как выяснилось в ходе эксперимента, темная сущность умеет отлично вышивать крестиком. А еще там машинки умеют. Так, мы решили проверить, доставила ли ты посылки. Ага, я так и знала. Отдай. Ням-ням-ням-ням-ням. А почему их двое? Это у вас в глазах творится. Мадемуазель Салиман. Ты не можешь обратить заклинание разделения сущностей. Вот уже 2 месяца. Не могли бы вы расколдовать меня? Даже не думай! Разве ты не понимаешь, как нам повезло? Я закончил. Я беру этого и разойдемся с миром. Меня это устраивает. Меня это не устраивает. А домработницам слова не давали. Кальцифер, помоги мне. Если кто-то совершает ошибку, ты не должна вмешиваться. Просто скажи, я счастлив, что ты счастлив. Я его будущая сына. Чья? Хаула. Которого? Обоих. О боже, мы женимся? Да, если ты мне поможешь. В будущем ты помогал мне. Да? Я что, там окончательно спятил? Ведьма пустоши охотится за сердцем Хаула. Откуда ты знаешь про сердце? Говорю же, я из будущего. Надо заняться твоей домработницей, Салиман. Кальцифер, помоги мне. Ладно, как ты попала сюда? Я просто пожелала увидеть прошлое Хаула. А туфли ты перед этим не находила? Да. Так что же ты тормозишь? Быстро желай, чтобы Хаул стал единым целым. И после этого желай возвращения в свое время. Иначе ты останешься здесь навсегда. Как это сделать? Ударь каблуком о каблук. Салиман, демон говорит, что на твоей домработнице волшебные туфли. Желаю, чтобы Хаул снова стал единым целым. Это было твое второе желание. Да кто же ты такая? Я твоя будущая жена. Я никогда не женюсь. Ты все равно будешь со мной. Почему? От судьбы не убежишь, а от меня тем более. Желаю попасть в свое время. Это было твое третье и последнее желание. Нет, дамы, это мое. Хаул, кто бы мог подумать, что мой муж любил вышивать крестиком. Где водятся волшебники? Где водятся волшебники? Фантазии твои. С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? А с кем, кто верит?